Алла Пугачева сделала нетипичную для себя прическу автор 25.10.2019. Зачастую Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами. Впрочем, и фото Примадонна демонстрирует в таком же облике. И все же, недавно певица сумела удивить публику, выбрав совершенно нетипичный для себя образ. Результатом необычного преображения поделился друг знаменитости. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Конечно же, мало кто может похвастаться тем, что видел Примадонну в шевелюрой, заколотой в хвост или пучок, однако ее гость исправил эту ситуацию. К слову, обычно все эксперименты Аллы Борисовны сводятся к гладким прядям или кудрям, но неизменным остается одно, обычно они распущены. На свежем фото Пугачева удивляет новой прической с убранными назад волосами, оставив у лица несколько свободных прядей, тем самым добавляя общему образу некой игривости. На снимке, который опубликовал друг семьи Борис Рубиновский, можно увидеть не только Примадонну, но и ее супруга Максима Галкина, который в последнее время тоже периодически экспериментирует с прическами. На фото видно, что у юмориста легкие завитки волос, на которых сделаны медовые акценты. Борис поблагодарил Галкина за чудесную экскурсию по их семейному замку, а Пугачеву – за вкусный обед и ужин. Отметим, что в настоящее время у Примадонны весьма насыщенное расписание, и помимо общения с друзьями и семьей, также она активна. Занимается подготовкой к грандиозному концерту, который пройдет в Минске уже через несколько дней. Мероприятие будет приурочено к 70-летию знаменитости. Те, кто не имеет возможности посетить живой концерт певицы, впоследствии смогут ознакомиться с ним в кинотеатрах. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка.